Пожар на мусорной свалке во Львовской области ночью в городе Стрый. Огонь охватил 600 квадратных метров, но его довольно быстро ликвидировали. А львовское коммунальное предприятие, которое занимается вывозом отходов, сегодня обыскивали сразу несколько служб. Что ищут правоохранители, выясняли наши корреспонденты. Обыски в компании «Львовспецкоммунтранс» начались с самого утра. С ордером пришли полицейские сотрудники службы безопасности. Мають право вилучати комп'ютерну техніку, як буде ситуація до кінця дня. В принципі, якщо у нас вилучать цю комп'ютерну техніку, ми призупинимо свою роботу, бо в нас комп'ютеризовано шляхові листи, маршрути на завтра водіїв. На предприятии рассказывают, обыскивать только кабинет директора, где хранится вся документация. Скорее всего, дело касается миллионных махинаций с вывозом отходов из Львова. Недавно правоохранители отчитались, что раскрыли коррупционную схему, когда перевозчики сбрасывали львовский мусор на обочины дорог, в лесах и даже посреди полей по всей Украине. На прошлой неделе на 2 месяца арестовали Юрия Грибана, директора самой крупной компании, которая занималась вывозом отходов. Руководителя фирмы АВ «Львов» подозревают в незаконном завладении средствами из городской казны. Свыше 9 миллионов гривен выделяли для вывоза и захоронения мусора. Как утверждают в прокуратуре, Юрий Грибан подписывал договоры с фиктивными фирмами из Днепра и Киева, у которых не было ни полигонов, ни возможности принимать отходы. И вот сегодня дело дошло до Львовспецкоммунтранса. Хвала Галицкого районного суду. Обшук та вилучення всіх документів, зв'язаних з вивезенням і утилізацією побутових відходів, так, в тому числі документи на відшкодування витрат перевізникам. Следователи общаться с журналистами не захотели. Ближе к вечеру вынесли несколько пакетов с документами. С полиции? Сколько документов вы вылучили? Исполняющий обязанности директор успокаивает. Предприятие сможет работать. Комп'ютерну техніку не забрали. Вилучили частину документів, тобто товаро-транспортні накладні і те, що я говорив раніше, деякі договори. Раз уж мер Садовий не справляється зі своїми обов'язками, передавати їх обладміністрації сьогодні пропонував губернатор. На території міста, на мою думку, вчиняються дії, які ведуть до дезорганізації системи вивозу твердих побутових відходів з території міста. Я сьогодні звернувся з офіційним листом до Львівського міського голови, в якому виклав готовність взяти на себе відповідальність за вивезення твердих побутових відходів із міста Львова. О мусорных проблемах Львова сегодня говорили в Киеве на заседании оперативного штаба комиссии по вопросам экологической безопасности. Как заявил вице-премьер Геннадий Зубко, местные власти обязаны предоставить ГПУ конкретные факты препятствования вывозу отходов из Львова. Львовская міської рада разом с Львовской областной администрацией в связи с бездеяльностью довготривалий період функції, які покладаються на місцеве самоврядування, розглянути питання щодо делегування функцій з організації і забезпечення утилізації сміття до Львівської обласної адміністрації. Тим временем уже 4 сутки продолжает голодовку в поддержку лидера своей партии Андрея Садового, который практически год не может решить мусорный вопрос, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк. Все это время он находится под зданием администрации президента, пьет только воду. Голодают также его коллеги по партии Оксана Сыроид и Тарас Пастух. Александр Васильченко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал «Интер», Львов.